Всем привет! Сегодня попытка номер два. Поедем в Bank of America. Попробуем открыть какую-либо карточку. Дебетную или кредитную. Ну, расскажу, что об этом, что из этого получилось. С нами в дороге будет ёж. Почти приехали. Ну да. Что мы там будем полчаса делать? Тут сидишь. Вот Bank of America. Заехали. Ну и что? Очередной раз послали нас нахер. Вежливо. Потому что в этом банке потребовали документ, в котором указано, что где я проживаю, то есть им кроме паспорта моего и водительских прав украинских, им еще нужна была бумага типа счет там на интернет или на мобильную связь или еще на какую-то хрень, где указано мое фамилия и имя. В первом отделении, в котором мы были, такого не требовали. Теперь попадаем в замкнутый круг. То есть нам нужно получить водительские права. Чтобы получить водительские права, нужно принести, кроме паспорта, принести бумагу, в которой написано, что где я проживаю. Эту бумагу можно получить, получив карточку в банке. Получить карточку в банке нужно также получить эту бумагу. Короче, вот такая жопа. Но карточку, если я получу бумагу со своим фамилией и где я проживаю, они откроют мне карточку, но надо будет платить $5 в месяц за обслуживание или $12 там в зависимости от карточки, или положить $1500, чтобы эти $1500 был несгораемый лимит ежедневный.